Итак, всем привет, и сейчас я хочу заснять обзор на вот такой домик, который я купил за 4000 рублей. На нем стоит неплохая сидушка, удобная. С ним мне дали второй руль. Стоят хорошие покрышки, широкие, но они спущены сейчас, потому что нужно поменять камеры. Также стоит кочерга. Полностью новая цепь, заднее колесо полностью новое, на нем поездить, переднее колесо полностью новое, их меняли вот чуть-чуть, вот прямо отдельно, все остальное отдельно. Также мне с ним отдали, еще раз повторюсь, второй руль, сейчас пойду его прямо. Также вот у меня лежит второй такой же бэмик, только более колхозный. Он в разбор ушел. Если кому-то что-то надо, пишите. Я там свой ВК оставлю. Могу продать то, что вам нужно. Так, второй руль я не нашел. Но это ладно. Я просто как приехал, привез его. И забыл, куда кинул руль. Так. Еще раз же повторюсь. Стоит кочерга, не самая хорошая втулка. Думаю переставлять ту втулку от того белого BMX. Так. Рама в хорошем состоянии. Ее помыть, протереть. И краска... Ну, короче, вот есть царапины. Вот сколы маленькие. Руль весь побитый, потому что он не родной. Я не знаю, на чем он стоял. Ну, короче... Останется только поменять камеру, и потом я сниму обзор, и поедем покатаемся.